Всем доброго времени суток. Сегодня отправляюсь в пешую охоту на рябчика. Время пришло, уже месяц сентябрь, практически уже середина. Самое время сходить на рябчика. В это время он должен уже активно себе вести. Сегодня у меня погода классная, завтра уже обещают целую неделю дожди. Ну вот сегодня солнечная погода, но немножко прохладно, конечно. Плюс 9 градусов. Вот. Что из этого выйдет, я сам не знаю. Посмотрим, как получится. Но придется много ходить. Ну, примерно километра полтора-два в одну сторону. Ну, перед просмотром вы обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие мои видео. Погнали. Ну вот, мне осталось в такую дорогу гравийную перейти. Здесь отсыпали, видать, до куста. И вот заход в лес. Сейчас посмотрим, пройдемся по этому лесу. Может быть, хотя бы один откликнется. Хотелось бы, конечно, хотя бы его увидеть. И вот такой вот лес смешанный, где в основном обитают рябчики в таких лесах смешанных. Где много муравейников. Вот уже гриб первый встретился мне. У нас, конечно, отходят грибы. Ну вот, надеюсь, будут по пути грибочки. Но я их собирать не буду. Сегодня пришел на охоту за рябчиком. Друзья, вот такой вот у меня маночек. Два здесь, самка и самец. Два свистка на рябчика. Один немножко глухо звучит, а другой позвонче. Ну, сейчас походил немножко, посвистел, пока еще никто не откликнулся. Прошел, ну, 100 метров прошел. Иногда бывает, кажется, рябчик отвечает, но бывает, на этот звук прилетают обычные синички. Они также пищат, и их вот этот именно звук приманивают. И по 3-4 штуки смотришь, они вот летают, приманиваются сами по себе. Так бы рябчик приманивался бы. Вот это муравейник. Такого я еще не видел. Прям ровненький и прям огромный. Я такой встречаю первый раз. Офигеть. Голубики в этом году нормально так. Друзья, ну вот я прошел где-то около километра. До точки, где отмечал, 1,5 километра. Где-то, может быть, еще 500-600 метров осталось. Вот, пока что никто не отвлекался. Решил сделать привал, попить чайку. Взял с собой чай горячий, печеньки соленые. Возможно, рябчик где-то здесь рядом есть, но он пока что не отвлекается. У рябчика есть своя территория, где он постоянно в одном месте трется. Облетает по своим точкам. Если есть муравейники, допустим, можно определить по муравейнику, есть рябчик или нет. Если увидите муравейник, если он сверху немножко разрыхлен, это будет работа, это работа рябчика. Он любит лакомиться муравьями, так что, так как у них есть питательные вещества, которые он любит, значит, второй признак — это когда рядом есть какая-то речка, какой-то водоем. Вот. Муравейники я встречал уже, большой вот этот, который я показывал, но он был в начале леса, видать, он там не обитает, и он не был разрыхлен. Вот сейчас вот
подхожу, смотрю муравейники. Если где-то будет разрыхленная верхушка, значит кто-то уже лакомится. Ну, это любит, как я говорил, рябчики. Сейчас немножко посижу, чай попью и буду дальше отвлекаться. Надо немножко еще присматриваться. Возможно, он где-то на деревьях сидит или где-то бегает, бывает просто. Надо прислушиваться. Бывает, что он немножко пищит, даже когда бегает по земле. В том году я добыл одного рябчика с помощью вот такого вот старого, очень дедовского манка, который стоил раньше, сейчас скажу, цена 20 копеек. В принципе, тоже неплохой. Я вот с помощью его одного рябчика заманил, ну и сел примерно где-то метр 10, наверное, от меня на дерево. Я спрятался за дерево, вышел, стрельнул, все, взял. Ну, единственное, что он, когда свистишь, он забивается влагой, которой, допустим, я дышу, он забивается. Но, в принципе, такой же звук. Но в него надо сильнее дуть, чтобы был эффект. Ну, он какой-то вот глухой звук, не такой, как, конечно, вот как вот такого. Ну, вот этот немножко, конечно, неудобный. Немножко. Делать звуки обычно вот окончание звука сложновато, потому что тоненькая трубка. Сложно, конечно, не всегда получается. Но звук очень звонкий, хороший звук, мне нравится. И он влагой не забивается. Ну вот как-то, друзья, вот так. Сейчас немножко посижу, чай попью, отдохну. И немножко еще пройдусь, посвищу. Если не будет, буду идти на обратном пути свистеть. Возможно, кто-нибудь и откликнется. Надо просто найти его территорию, где он обитает. Ну вот, гильзы здесь по дороге встречаются, валяются, стрельные, прошлогодние, возможно, все ржавые. Значит, говорит о том, что здесь люди ходят, тоже охотятся. Возможно, на зайца, возможно, на рябчика, может, на другую боровую дичь. Ну вот возле дороги муравейник, такой муравейник, видите, не тронутый. Обычно рябчик работает, верхушку разрывает и достает муравьев. Ну, как видно, что здесь не тронут. Дошел я до такого места, перекрестка, здесь накатанная дорога. Дорога уходит вправо и прямо. И везде здесь валяются гильзы. Я так думаю, что здесь, на этом месте, кто-то располагался, а здесь стрелял. То есть здесь разных цветов гильзы, зеленые, черные. Скорее всего, здесь было два охотника. И, скорее всего, он охотился, они охотились на рябчика. Ну, на такую птичку надо долго ходить. Обычно он или утром летает, отзывается, или вечером. Сейчас уже практически 4 часа вечера. Еще где-то, может быть, часик посижу здесь в засаде, поманю его. Как получится, добуду я сегодня или нет, я даже сам не знаю пока что. Пока ни одного отклика не было. Друзья, сейчас я видел, какая-то птичка, ну, очень похожа была на рябчика, перелетала дорогу. Хочет подходить.
где-то пищит, но не хочет подходить. Я пока что его еще не вижу. Где-то он здесь. Того рябчика, то, что я подзывал. Короче, мужик тут на квадроцикле приехал. Остановился тут по грибы пойти. Ну и, видать, шуганул. Больше он не отвлекался, этот рябчик. У нас вообще в сутки можно только два рябчика брать. Короче, не знаю, как получится. Хотелось бы, конечно, взять одного хотя бы. Да, вот так вот, друзья, короткое видео получилось. Очень хотелось, конечно, добыть рябчика, но не получилось. Хотя я его видел и слышал. Помешали мне на квадроцикле грибники, которые здесь местные ездят. Ну, здесь на дачах живут они. Вот. Ну, так получилось. Конечно, сильно не расстроился я, но погулял зато по лесу, свежим воздухом подышал. Для себя какое-то место разведал. И знаю, что он там есть. Время просто поджимает. Сейчас уже пора выдвигаться до дому, но я еще раз сюда приеду и еще раз здесь поохочусь. Ну, как бы вот так. До следующих охот и рыбалок. Оставайтесь на канале, подписывайтесь на канал. Всем пока, всем счастливо.